Опорные посты полиции нового поколения уже на улицах Самары. Первые два торжественно открыли сегодня и на достигнутом останавливаться в областном главке не собираются. В чем принципиальная разница и как изменились условия труда постовых, узнал Кирилл Козин. Сержант полиции, привет, здравствуйте. Начальник управления, полковник Блохин. Как меня слышите? Хорошо слышно. Все хорошо, проверка связи. Это только сейчас кнопку вызова нажимают ради проверки связи и хорошего кадра люди в форме. Обратиться за помощью сюда сможет каждый, в любое время дня и ночи. И в любую погоду. Современная техника для удобства и безопасности граждан. И сами удобства для полицейских. Тут, в общем, очень уютно сделали. Тут зимой здесь будет тепло. То есть все удобства для работы тут есть. То есть слежение за общественным порядком будет вообще хорошее. Сделали просто очень хорошо. Такого просто не мечтали даже о таком. Все, что внутри, видно и снаружи, издалека, за 300-500 метров. Первый в регионе опорный пункт полиции нового поколения торжественно открыли в Самаре на углу улиц Ленинградской и Молодогвардейской, а второй на площади Славы. Это, по сути, мини-опорный пункт полиции, который в комплексе, вы сейчас видели, обеспечивает весь функционал работы двух и более сотрудников органов внутренних дел на постоянном режиме, круглосуточном в том числе. Здесь можно в любой момент доставить любого нарушителя, провести с ним первоначальную работу, определить его статус и потом уже вызывать территориальный орган внутренних дел, куда он будет доставляться. Укреплен будет не только исторический центр города. К концу года в областной столице появится еще 8 новых опорных пунктов полиции. Кирилл Козин, Александр Дмитриев. Новости губернии.